Поклонники чата Улусоя и Кыванчата Тлытуа с нетерпением ожидают возвращения любимых звезд телевизионных сериалов. Однако, похоже, у актеров совершенно другие планы, и возвращаться на телевидение они не собираются. По сообщению таблоида Тапим, Ча Тай Лусой отказался от нового сериала по сюжету «Гюльсюрен Будайджалу», который ему предложили этим летом. Вслед за ним также поступил и Кыванч Татлыту, который отверг предложение сыграть главную роль в сериале «Если король проиграет». По слухам, которые дошли до журналистов, оба актера приняли решение не сниматься в сериалах, где смакуется насилие над женщинами. Другой слух утверждает, что дело не в проблеме насилия, а в том, что друзья решили отмежеваться от критики в адрес психиатра, которая стала продюсером. Ее обвиняют в том, что она наживается на личных историях своих пациентов. Однако причина может быть куда банальнее. Суперзвездам всегда предлагают десятки новых проектов, от которых они часто отказываются из-за недостатков сценария. Возможно, также им вообще не предлагали эти сериалы, и это просто пиар желтой прессы и создателей сериалов на громких именах. Впрочем, без работы актеры точно не останутся. По сообщению журналиста издания «Хюриет» Мехмеда Юстюндаа, Ча Тай Лусой, который все лето проработал на съемках сериала «Netflix Портной», отправился в отпуск в Эгейском море вместе со своей возлюбленной Дуйгу Сарышин. Актер не только отдыхает, но и готовится к новой роли. Уже в ноябре начнутся съемки нового фильма для одной из цифровых платформ, главную роль в котором сыграет Ча Тай. Как утверждает журналист, это будет очень необычный образ, который сильно удивит поклонников звезды. Что касается Кыванча Тлытуа, то он только что завершил съемки в фильме «Последний звонок в Стамбул», где его партнершей была Берен Саат, и готовится к съемкам третьего сезона популярного сериала Netflix «Ночь», который будет объединен с сериалом «Якомос С-245». Похоже, пока ни у Ча Тая, ни у Кыванча новых сериалов на телевидении нет. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете следить за последними новостями турецкого шоу-бизнеса в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.